Зарплата, безусловно, важнейший вопрос для людей, и он всегда должен быть в поле зрения профсоюза. Вы меня информировали, что в этом направлении наибольшую обеспокоенность вызывают факты несвоевременной выплаты зарплаты. Вот это надо выжигать каленым железом, не считаясь ни с чем. Ответственность руководителей предприятия должна быть однозначной. Если ты руководитель, подумай о тех людях, которые работают. Кстати, работают и на тебя. Поэтому зарплату, кровь с носа, платить надо. Такая ситуация характерна для ряда сельскохозяйственных организаций Витебской области. Причем в некоторых случаях в январе люди не получили расчет за октябрь прошлого года. Более того, люди не только зарплаты свои не видят, но и лишаются части пенсии, потому что наниматели не платят за них взносы в фонд социальной защиты. Это, конечно, недопустимо. Ну, наверное, комитет госконтроля, правительство, прокуратура ждут очередных моих жестких поручений. Не хотелось бы приходить к этой жесткости. В противном случае мы задержим зарплату всем перечисленным структурам и выплатим за этот счет, начиная от правительства и заканчивая председателями райисполкомов, зарплату тем людям, которым не выплачено в той же Витебской и других областях. То, что человек заработал, должно быть ему выплачено безоговорочно. При этом я работал руководителем на предприятиях, я знаю, что такое, как тут говорили, простой человек, работяга и так далее. Да, работяг, людей труда, которые трудятся, создают эти блага, мы должны поддерживать. Но давайте откровенно, трудно, наверное, процент посчитать в этой структуре. А сколько бездельников и прилипал, как их раньше называли? И вы знаете, я с удовольствием отмечаю, что на нынешнем этапе профсоюзы не занимают позицию некого критиканства. А вот увидели, зарплата невыплаченной точка. А начинают конкретно с нанимателем, как вы говорите, с руководителями, разбираться, кто работает, а кто нет. И эта тенденция в будущем будет только усилена. Мы не должны агулом, как у вас тут говорили, всех защищать. Мы должны обеспечить защиту тем, кто работает. Кто не хочет, того надо научить или заставить работать.